Итак, ставим в машинке строчку. Длина стежка 1,8. Берем голову к линии головы и начинаем строчить с одной стороны. С одной стороны одну и с одной стороны другой клин. То есть один клин и другой клин. Ставим закрепочки. В начале и в конце обязательно. Что такое? И второй клин. Дальше вырезаем, оставляя 3 миллиметра с краю. Это значит припуски на швы, и 4 миллиметра с другого края, где у нас не прострочено. У нас получается вот такой клин. Разворачиваем их, лицом к лицу складываем и прострачиваем. Закрепочку в начале и в конце обязательно. Прострочили. Голова готова. Вот такая большая голова. Потом мы ее вывернем. Дальше берем тело и начинаем строчить. Показываю. Значит, сверху делаем закрепочку. Едем, 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 едем. Вот сюда приезжаем. Здесь у нас будет заканчиваться строчка. Оставляем небольшое расстояние и до конца дострачиваем дальше. Тут у нас будет набиваться тело отсюда. Закрепочку ставим. Поднимаем иголку. Да что за... 2 сантиметра пропускаем. И снова начинаем строчить. С закрепочки начинаем. И так у нас получился вот тут небольшой разрезик. Пространство, через которое мы будем набивать тело. Отрезаем лишнее, оставляя 3-4 миллиметра. 5, где 5 остается, там 5 оставляйте. Дальше выворачиваем, то есть вот эту горловину мы раскрываем и складываем вот так шовчиком с шовчиком. Таким образом.
и прострачиваем. Можно прострочить по прямой, можно слегка сгладить углы. Я по прямой прострочу. Готово. Тело тоже для выворачивания готово. Дальше шьем ноги. Ноги, руки, хвосты. Начну с рук. Ставим иголочку там, где у нас будет прострачиваться, то есть не прострачиваться, а рука набиваться. Начинаем шить, ставя закрепочку. Шьем прям по линии нарисованной. Никуда не съезжаем. Подходим к завершению руки, делаем опять же закрепочку и не зашиваем разрез до конца, через который мы будем с вами набивать. Вот здесь у нас остается незашитым. Вторая рука. Все то же самое. Готово. Теперь ноги шьем одной строчкой прям туда-сюда и обратно. 5 миллиметров припуск, поэтому здесь мы начинаем шить от 5, ну, отступив немножечко. Сейчас покажу. Отступив немножечко, это вот сделав вот такой небольшой
В общем, начинаем строчить 5 миллиметров, прибавив к низу. Вот. Вторую ногу точно так же. И теперь мы вырезаем это все дело, оставляя тоже 3 миллиметрика со всех сторон. 3, где-то у меня 4 выходит, ножницы съезжают. А может, руки съезжают. Неизвестно, что вообще съезжает. Ну, в общем, это не сильно важно. 3-4 миллиметра. А снизу у нас вот 5 миллиметров остается. Ну, больше может даже остаться. Это тоже не критично, нормально. И вот смотрите, вот теперь ногу эту нам... Ой, простите за скрип. Вот эту ногу нам теперь надо прострочить вместе с этой тканью. Прям вот так ставим. И вместе это все строчим. Можно длину стежка уже сделать побольше. Нам просто закрепить надо. Вот такая штуковина, простроченная снизу, чтобы никуда не делась, бязь не ушла. Вторая нога то же самое. Руки вырезаем, сейчас покажу. Вот здесь мы аккуратненько вырезаем уголочком. Ну, то есть уголочек сейчас сначала срежем, а потом сделаем надсечку, не доходя до пальца. Не доходя до вообще не трогая строчку, просто до нее дошли и остановились. Я имею в виду надсечку, которую мы будем делать сейчас. Сейчас. Вот тут вот у нас серединка. Вот так вот раз. Вот. Вот так, чтобы у нас получилось. Дальше все вырезаем все так же. То есть я вам покажу по одной ноге, по одной руке, а все остальное то же самое делайте со вторыми руками и ногами. Так, все, вот такой у нас получился. Вот тут у нас дырочка для выворачивания. Все, мои хорошие, встретимся в следующем уроке и продолжим.